О, мой Дио, Ефим, мы живы? Будем говорить парле франце плохо. Живешь как будто в другом измерении. Перестаешь понимать совсем простые вещи. Зато тебе открывается мир другого человека. Правда? Оказывается, можно просто собрать вещи. Уложить их в чемодан и уйти. И все. Как это все просто? Ни война, ни землетрясение, ни смерти, ничего. А просто ушел человек, которого ты любишь. Я растворилась в тебе вся без остатка. Тебя не стало. Но мне это показалось, что не стало меня. Я могу вам чем-то помочь? Vous en prie. Cuando le vas esta carta ya no estaré. Tú ya comprenderás que yo nunca volveré. Si no fuera por temor a la soledad, podríamos vivir la vida de verdad. 20 años perdidos no perdonarán. 20 años de silencio y un poco más. 20 años perdidos nunca volverán. 20 años al sonido de un triste vals. ¿Te me escuchas? Слышу. Es un triste vals. Ну а зачем ко мне приходить? Просто так. Потому что ты счастье большое. Но не для меня. Я слышала, как говорили. Она добрая, великодушная. Жаль только, что она так некрасивая. А когда женщины некрасивые, всегда говорят, у вас прекрасные волосы. Прекрасные волосы. Я его полюбила. Отслушала. Я люблю вас. Я готов отдать вам всю мою жизнь. Вы знаете, вот я как знал, что вас встречу. Ну почему у нас такая мертвая тишина? С ума сойти. Чего ты боишься? Я просто хочу спросить тебя, чего ты хочешь? Знаете, я в жизни никогда ничего не добивалась. Вы меня задаете вопрос, что бы вам хотелось, а я не знаю, что бы у нас. Я не думаю, что она вообще что-нибудь кому-то рассказывала. Благодаря ее героине цвет превращается в фильм. Потому что, конечно, Ирина – это светлый человек. В общем, это именно эта ценность. Она всегда светилась. И изнутри шел этот свет, который не у всех есть. Она стоит сзади за плечом главного героя, но я всегда ее вижу. Она как-то вокруг себя чертила такой круг обаяния и женского достоинства. Не спрашивайте меня ни о чем. Я ничего не знаю. А что изменилось? Изменилось? Да. Ну что ты? Просто все прошло? Карта я, но и старе, то я comprenderás, que yo nunca volveré. Si no fuera por temor a la soledad, podríamos vivir la vida de verdad. No me busques, me voy por mi propia elección. Espera un poco, no es una ilusión. Quizás volvamos a encontrarnos, quizás nunca más. Pero tú siempre serás mi triste Eva. Нет, я не мечтаю. Es un triste Eva.
no es nada más lo que me quedó de una gran historia de amor, una canción en una grabación para que baile toda la gente en el fin de su amor. Triste vas, no es nada más lo que me quedó de una gran historia de amor. Внешне кажется она спокойная, выдержанная, но в том, когда она в молчании поднимает глаза, в этих глазах есть такой свет, покой, а самое главное – терпение. Но если героини этой актрисы близки и знакомы каждому из нас, то о самой Ирине Купченко известно совсем немного. О ней невозможно рассказать, ее можно только почувствовать. Купченко не надо говорить о себе, она в поступке, она в молчании. Ну чем играешь? Потом ничего. Я очень взволнованный гостей. Как и у Жуковского есть стихотворение. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Нам сочувствие дается. Нам дается угадать. Спасибо. О, мандил. Да, да. Мандил. Полный мандил. Что? Ира, это искусство.